Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, это видео по сайту Рефералка, так как у всех проблемы с рефералами. И я не исключение. В этом видео я хочу показать вам, как создавать рекламку. И обратите внимание, у меня на балансе 150 рублей. Я сюда денежку не вкладывала. Это все с объявлений. Я просматривала объявления, доска объявлений. Мне начисляли по 10 рублей. И я вот набрала 150 рублей у меня. Вот здесь у меня лимиты появляются. И я просматриваю. Но если 5 лимитов, значит я просматриваю 5 объявлений. Это уже 50 рублей. Вчера я просмотрела 8, я их потратила. Плюс еще сегодня я просмотрела. Нажимаю прочитать, меня перебрасывает на объявление. Я просматриваю и мне вот начисляют. Таким вот образом у меня 150 рублей, а рекламку создать стоит 120 рублей. Вот. Значит, мои объявления я вот начала создавать, как бы уже. Вот я создала, я не опубликовала. Я вот это сейчас, подождите, хочу его удалить и показать вам, как делать. Ну, зависло. Так, сейчас посмотрим. Так, редактировать. В архив отправлю я его. Все. Значит, добавить объявление. Буду это же самое делать объявление. Просто я хочу вам показать на видео, как это все делается. Наперво я загружаю картинку. Кликаю. И ищу свою картинку. Вот моя картинка. Вот она встала сюда. Я подготовила здесь текст. Кликаю название. У вас же своя рекламка. Вот заголовок, превью. Вставляю заголовок. Далее подзаголовок. Так, давай копировать. Сюда вставляю текст. Вставить. И выбираю картину, ну, вот, цвет. Поставлю зеленый. Далее предпросмотр. Обязательно смотрим проект мой Джубик. И описание. Все меня устраивает. Нажимаю закрыть. Опускаюсь ниже. Опять заголовок. Кликаю. Вставляю. Сюда реферальную ссылочку. Реферальная ссылочка. Опять же выбираю цвет такой же, как вот у меня был. Далее я копирую описание. Описание, смотрите, вот сюда я буду вставлять его. Так его мышкой не вставить. Нужно Ctrl-V. Вот. Я вставила. Предпросмотр. Ну, что-то мне не показывает. Ладно, кликаю «Сохранить». Так, проект Джубик. Так. А, это предпросмотр мне дали. Что-то он завис. Ну вот. Все меня устраивает. Теперь сохранить. И вот я его сохранила. Далее опубликовать. Вы собираетесь сделать бесплатную публикацию. С вашего рекламного баланса будет списано 120 рублей. У меня на балансе 150 рублей. Подтвердить. Все.
Моя рекламка в работе. Идем доска объявлений. И вот моя рекламка. Видим? Люди будут просматривать. Далее. Теперь, друзья, что я хочу вам еще раз показать. Так, мои объявления. У меня вот здесь вот моя рекламка, да? Она работает. Ей 14 дней еще работать. И она опустилась вниз. Идем обратно. Доска объявлений. И ее не видно. Она в самом-самом низу. Видите? Нет ее. Иду. Мои объявления. У меня, да, кстати, на балансе сколько у меня? 30 рублей. Мои объявления. И я вот на этот кубок кликаю. И поднять выше. Это стоит 10 рублей. У меня достаточно денежки, как бы денежка есть, чтобы приподнять выше это объявление мое. Я кликаю. И объявление находится на 184 месте. Представляете, я его сейчас подниму. Подтвердить. Идем обратно. Доска объявлений. И, пожалуйста, вот мое объявление. Оно на самом верху. Я за это заплатила 10 рублей. Вот мое второе. Моя вторая рекламка. Это первая рекламка, это вторая рекламка. И уже один просмотр. А эта рекламка, обратите внимание, вот это просмотр объявлений 31. Далее переходы на сайт. Значит, кого-то заинтересовал проект. И человек кликнул и перешел на сайт. 15 человек перешло. Согласитесь, это немало. Ну и за денежку просмотрели, за награду. 10 человек выходит. Вот. Вот таким вот образом, незатейливым, я рекламлю свои проекты. Мне очень понравилось. Ну а это VIP. VIP стоит 240 рублей. И я попробую в дальнейшем поднасобирать 240 рублей и прикупить VIP. Если, конечно, получится. Вот. И обратите внимание, у меня опять стало 10 лимитов. Это уже 100 рублей. Одна рекламка 10 рублей. Как я просматриваю? Потратить кликаю. Но это моя рекламка. Я ее не буду смотреть. Кликаю прочитать. Меня перебрасывает на сайт. Ждем вот несколько секунд. Далее кликаю. Меня перебрасывает опять на рекламируемый сайт. Вот. Тут видео сейчас начнет говорить. Вот здесь идет отсчет времени как бы. Сейчас я видео это выключу. Немножко тормозит. Выключаю, возвращаюсь. Осталось 3 секунды, 2, 1. И нужно поделиться в соцсетях. Кликаю «Поделиться». Появляется вот такая капча. Я ее вставляю. 6, 3, 5, 0. 3. Получить 10 рублей. Вам зачислено 10 рублей. Доска объявлений. Возвращаюсь. Иду в кабинет. И вот у меня уже стало 9 лимитов. 10 рублей я потратила, приподняла свою рекламку. У меня было 20 рублей. У меня опять на балансе 30 рублей. И вот еще у меня 90 рублей как бы. Вот так как бы делаю я, вот даю рекламку. Кому интересно, присоединяемся. Не забываем читать всю информацию. Вот. Я уже зачитывать вам ничего не буду. Просто вот хотела вам показать, как это все делается. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!